это направление. Начиналось все с одной стеночки, где проходила моя персональная выставка моих политических ковриков. Вот. После этого здесь выставлялись и Владимир Хаха, и Нина Кухарец, здесь присутствующие. Выставлялись художники Митьковского направления, художники-академисты из Академии художеств, из Мухинского училища, художники с Пушкинской 10. То есть мы решили объединить весь Петербург в этих стенах, потому что у нас город, к сожалению, поделен на разные тусовки, на разные, так сказать, направления. Здесь мы решили знакомить людей, которые пришли покупать книги, со всеми видами стилей, направлений, которые существуют сейчас в Петербурге. И вот сегодня у нас 21 декабря, сегодня наступила уже самая длинная ночь в году, после которой мы почувствуем, наверное, что на одну минуту прибавилось света, и с этим...